Здраймер, ну что, в Hitman Go играть продолжаем? И может быть что-то новое в следующих уровнях узнаем. Так, мы где вообще остановились? А, ну на третьей главе, типа, да? Ну красота, что тут у нас? Ага, вот это класс, ладно, стартуем. Такс, что тут у нас? Тут есть какая-то винтовка. Это уже интересно. Может быть, она будет чем-то полезна. Ну, давайте-ка просмотрим-ка, значит. Угу. То есть винтовка, я так полагаю, нужна, чтобы убить синего охранника. А нам надо выйти отсюда. Ладно, я понял. Так, значит. Ага, вот таким вот образом мы обходим. Значит, устраняем охранника. Это интересно, кстати, уже фича в самом начале. Вот и новое что-то узнали. Так, ну допустим. А каким тогда образом я могу забрать портфель? Подожди-ка, если я... Я сейчас схожу вперед, он идет туда. Я иду сюда, туда. И мне хана. А, нет, мне не хана, нормально все тогда. Так, ну допустим, смотри-ка, можно попробовать устранить этого охранника каким-то макаром. А, да хотя и даже устранять его не надо. Все и так как надо. Нормалек вообще. 22. Хода. Хода. Не получилось ни хрена. Ну ладно, это не важно. Главное просто пройти. Что-то в каждой главе что-то новое. Тут теперь можно со снайперки пострелять. Неплохо. Уже что-то интересное. Так, нам куда вообще? Нам вот сюда надо, в точку. Где кейс? Рядом с ним. Блин, а как нам тут... А, то есть надо теперь время выжидать, чтобы со снайперки людей поснимать. Обалдеть. Серьезно? Охереть. И какой мне теперь смысл, как бы? Ё-моё. Да это бред, слушай. Это реально бред. Подожди-ка. Так, стопай, значит, я стреляю, допустим. Устраняю одного охранника. То есть винтовка у нас получается тупо одноразовая. Как я понял. Что странно, кстати, ну ладно. Так, здесь я уже вообще походу не пройду. Ага. То есть теперь надо... Выждать, типа, нихера ж себе. Ё-моё, ты серьезно? А ну-ка. Ну да. Как всегда. А если подожди, устранить другого охранника? Ну-ка, давай-ка попробуем. Сейчас мы вот так вот сделаем. Если устранить вот этого. А, то есть сразу минус два. А чё ж я не сделал это тогда? Вот тупая у меня голова. Ладно. Угу. Теперь надо как-то их намахать. А как мы их можем намахать? То есть, если я сейчас иду сюда, он попадает к кейсу. Я тогда уже не вылезу. Если я иду сюда, они идут вперед. И хер его знает, Хитман ли его вообще обойдет. А здесь никак. А прям вообще никак. Ну-ка, подожди-ка. Чё-то я не догоняю. Ага, окей. То есть можно сейчас, в принципе, попробовать и кейс к рукам прибрать. И при этом уровень. Если ты из уровня убежать, нормально. Плохо, что? Едем дальше.
Так, что вот это еще у нас будет интересно? Ну это, блин, слушай, сейчас будет сложно. Три снайперки. Я уже примерно догадываюсь, что сейчас тут, наверное, будет. Мне, наверное, нужно будет попасть на верхний этаж и поснимать ненужных охранников, вот этих вот, особенно, которые мне мешают. И, возможно, вот этого тоже убрать стоит, кстати. Так, это наверху, а как мне тут... А, ага, то есть мне надо забрать все равно ключ. Вот это круто. Ядрить. Есть курить. А как тогда я здесь проскочу? Я же ведь попасть на эту плиту хочу. А, вон оно что. Ага. То есть он идет туда-сюда. Ага. Угу. Теперь можем поснимать охранников, правильно я понимаю? То есть этот минус. Вот этот минус. Далее, значит. Как тут можно сделать? Можно сделать вот такой вот минус. Неплохо. Справился дядя Лёха. Ладно, едем отсюда нахер. Может, не эталонное, конечно, прохождение, но как смог. А, то есть можно еще вообще пройти без убийства. Ну охренеть. Жестко. Такс. Что тут у нас? У нас какие-то новые охранники, я так полагаю. А что они вообще делают? Какие-то сиамские близнецы, ё-моё. Друг другу к спиной приросли, походу. Нихера вы дерзкие. Чуваки зверские. То есть я понял, они палят, получается, в обе стороны. Вон она, в чем фишка ихняя. Я понял. Я понял. Ага. Так, а куда же пойдет эта тупая голова? Ладно, мы тогда открываем ворота. Так, теперь вопрос, как пройти вот этих чуваков. То есть я... А, понял, все, я понял. Понято, понято. Вот так сейчас пройдем. Ага. И нормально, красота. Изи-пизи. Жаль, что это не хизи, ну ладно. Едем дальше. Так, опять у нас банки. Отвлеканки. И что ж нам ими делать? Угу. То есть я могу типа привлечь их не внимание, ну охренеть. Так, ну допустим. Подожди. Или нет? Что за бред? Хотя не, вроде все правильно, подожди. То есть я иду сюда. Ах ты ж хитрая жопа, блин, проморгал. Ну ладно, сейчас. Сейчас, подожди. То есть просто так не прокатывает, да? То есть эти меня палят, когда я попытаюсь пройти через вот это место. А ну-ка, если я кину... Ну-ка, чуваки, идите-ка сюда. Блин, снег на улице пошел, охереть, блин. Скоро апрель, а на улице снег, блин, елки-палки. Издевается погода. Так, окей, теперь я могу отвлечь их. Но правда, зачем вопрос? Какой смысл? Ну давай. И все, как бы, зачем это там было, непонятно. Для того, чтобы обойти их, мы, возможно, втихаря. Ну ладно.
Наша задача просто поиграть, пофигевать. Уровни попробегать. Так, а что тут? Нихера, какой-то уровень замудренный. Ключ синий, ключ красный. Код синий, код красный. Уровень вообще опасный. А что теперь делать-то? Подожди, надо отвлекать охрану, получается. Давай кинем сюда, короче. Сейчас эти два дебила... Ага, два дебила это сила, ладно. Точнее, три дебила это сила. Так. Да, блин, что-то я профакал момент. Ладно, тогда по-другому сейчас будем делать. Значит, у нас есть эти охранники. Давайте сделаем, наверное, вот что. Сейчас эти два дебила согрятся. Так, я сейчас вот так вот по-тихому устраню вот этих двух. Устраню вот этого. Теперь надо как-то отвлечь другого охранника. Вопрос только как. Ага, походу никак. Слушай, это бред какой-то получается. Ну, допустим, ладно, синюю дверцу мы открыли. Дальше-то чё? Отвлекать вот этих? А что мне это даст? А, ну хотя да, мне это кое-что даст. Это мне кое-что даст. Ну ладно, проходить с кейсом не буду, это так. Геморрой уже лишний. Едем дальше, ладно, прошли. Сейчас босс, походу, скоро будет. Если это не он уже, конечно. А, нет, это еще не босс. Такс. Есть две снайперки у нас. Также есть и два ключа. Раз, два, три, ча-ча-ча. Так, кого убрать? Тут будет выгоднее, теперь надо подумать. Красный ключ открывает эти ворота, желтый открывает вот эти ворота. То есть к этим воротам я подойти не смогу просто так. Соответственно, мне надо устранить, наверное, вот этих будет выгоднее. Так, а что же теперь делать? Эти меня все равно спалят, этот меня тоже спалит. Блин, что за жесть вообще? Подожди, это бред какой-то. Да, получается, надо устранять сначала вот этих. Потом вот этих. Потом вот этих. Ага, и мне жопа. Красота. А как тогда? Вот дела. Ну ладно, допустим. Допустим, ладно. Сделаем вот так. Уберем вот эти. Теперь мы можем пройти здесь. Так, окей, идем сюда. Сюда. Ага. Забираем кейс. И теперь ждем, когда этот хер свалит. Ну и нормально. Ну, за 27 движений не удалось сделать. Ну ладно, не страшно. О, это босс. Сейчас ему запхнем куда надо писос. Так, а камеру мне подверните, алло. Блин, и что вы предлагаете? Ух, нихера себе. Серьезно. То есть я, получается, когда поднимаю два ствола,
Всем тем, кто рядом находится, приходит манда. Вот это крутота. Точно, он стреляет крест-накрест. Окей, я понял. Так, а тут мы не пройдем. Ну и все. Какой-то легкий уровень. Вообще. Ну это, видимо, специально для того и сделано. Ладно. Неплохо. Так, что тут нас ждет? Ага. Блин, подожди. А, там, я думал, там еще нижние этажи есть. Не, их там нету. Так, значит, у нас есть возможность перемещения. Ага, то есть я могу его устранить тогда, получается. Не понял. А, тьфу, тут здесь дверь, блин, я не пойму, думаю, что тупик, что ли. Так, подожди, что тут охрана и овер до хера. И там выйти некуда. Давайте-ка обратно сюда. Ё-моё. Слушай, а как я проберусь? О май гад. Ну ладно, вот так тогда делаем. Вот так, и красота вообще. Ну и норм. Все, уровень прошел. Ну ладно. Чисто уровень ради ачивок сделан, чтобы пройти идеально, типа за 10 ходов и всех уничтожить. Чувак, а ты чё? А, это он типа имитирует прыжок, а я думал повис там. Я думал глюк. Так, ну здесь уровень построен чисто на отвлечение внимания при помощи мусора. Окей, я понял. Блин, а чё за дерьмо? Блин! Я, получается, себя в любом случае завел в ловушку. Давай вперед. Труба зовет. Так. А вот куда они пойдут, теперь вопрос. Ладно, понятно. Ага. Вот это неприятно. Блин, а как же тебя пройти-то? Получается, туда я не попаду. И туда я не попаду. И как я тогда вообще это пройду? Прикинь. Не понял вообще. То есть... Если я иду сюда, я попадаю к этим. Я иду туда, я попадаю к этим. И как это проходить? Подожди, что-то... Не догоню. Стопай, стопай, стопай. Блин, а меня здесь сейчас убирают, да? Вообще красота. Ну, окей, допустим. А, то есть, когда я убираю этих, открывается дополнительный путь. Вот это жуть. Вот это вообще капец. Вот это я молодец. И все равно я никуда не прохожу. Как я погляжу. Да, я никуда, все. Блин, а что это за говно? Не, подожди, так не пойдет, что-то бред какой-то. Так, ну окей, минус 4. Хм.
Это уровень какой-то хитрожопый, слушай, прям вообще. То есть я туда иду, я не попадаю туда. Чё за ерунда? Стоп, подожди, а как тогда это? Вообще странная херня. Очень странная. А так это не работает, да, чтобы отвлечь охрану. Ну окей, допустим. Кидаем сюда. И все. То есть, как бы, что бы ты ни делал, ты все равно в жопе. Как так-то? Подожди, давайте с подсказками. Я реально не понимаю, как этот уровень пройти. Ну. Я то же самое делаю. Нихера себе. Ну, в принципе, это логично. Ёлки-палки. Обалдеть. Ха. Прикинь. Охренеть. Ну ладно. Чё-то я тупанул, конечно, немного, но ничего страшного. Ладно, хорошо, хоть есть подсказки. Все равно потом перепроходить его еще буду. Так, окей, здесь-то у нас чего? Здесь вроде не так уж сложно. Так, вот здесь вот вообще опасно. Вот здесь вообще опасно. Так, ладно. Минус два. Вообще красота. И вот так. Ну и ништяк. Сейчас какой-то изи уровень. Изи, пизи. Чё это, свадьба? И жених, точнее, любовник обижен. Ай, блин. Так, ладненько. Сэх, свадьба, свадьба, свадьба. Так, ладно, свадьба. Сейчас кто-то на свинце, походу, у нас тут жениться тоже будет, видимо. И, походу, это буду я. Вот это фигня. Да. Блин, шутеечка. На миллион. Так, так, так. Туда никак. Сюда, туда. Заболит аж голова. Теперь сюда. 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 Так, в обход получится, нет? Да, нет, в обход не получится. Сейчас что-то, сука, случится. Ну-ка, если я... Блин, а как вас устранить? Блин, чуваки. Чё вы такие дерзкие, а? Ай-яй-яй. Блин, затупил. Блин. Забыл. Так, окей. Так, вот здесь как вот мне вот их убрать? Я не могу вообще понять. То есть до того я не дохожу вообще. Чувака.
Ага. То есть таким образом. Ну ладно. Хотя бы сам справился, и то уже хорошо. О, даже за 21 движение справился. Неплохо. Нихера тут охрана, это что здесь такой за набег, ёпта? Подавление массовых протестов, что ли? Или что это? Обалдеть. Так, подожди, давай сразу на крышу, короче, и будем отстреливаться нахрен. Так, давай думать, кого устранить, чтобы себе путь открыть. Значит, я появляюсь здесь, иду сюда, допустим, да? Меня убивает, соответственно, сразу этот, то есть его первым надо снять. Потом я убиваю этого, этого. Значит, устраняем вот этого. И иду сюда. Подожди, ну давай-ка попробуем. Ага. То есть чуваков с щитами нельзя убить. Окей, я понял. А ну-ка. А вот здесь вот я облажался. Теперь я знаю, в кого надо стрельнуть. Зря я не стал сразу этого делать, ну ладно. Так, этот минус. Потом, кто у нас? Вот этот минус. И вот этот минус. Ну, вроде бы как правильно. Я просто поначалу думал, а чё если нельзя устранить чуваков со щитом, типа? Мало ли чё. То есть устранить их не пули, а именно вот, ну, вручную. О, я уже почти прошел все, нихера себе, я быстрый. Так. А здесь вообще проходить это как? Что-то вообще не помню, подожди. Значит, если сюда вообще идти уже нельзя сразу, значит идти только вправо. Ключ я тоже не заберу. У меня охранник снимет, значит... Надо идти вот так. Хитрожопить. Ё-моё, да ты серьезно? Ну ладно. Опа, он сразу всех устраняет. Охереть. Вот это охереть. Подожди-ка, а как теперь? Туда я попаду, туда я на того чувака нарвусь. А здесь надо дверь открыть ключом. Чтоб все было мне нипочем. И как я это сделаю? Ага. Сейчас. Ну ладно, допустим. Допустим. А если вот так сделать? Вот так вот, на. Заразом со щитом. Его убить нельзя было, да прикинь. Падла такая. Так, ладно. Значит, надо выжидать. Ага, правильно. Выждали. Ага, Чего? Не понял. То есть он, получается, там поворачивается, и как бы все, да? Я уже ни черта сделать выходить не могу. Но обосраться. Обосраться просто. Интересно сделали, конечно. А тут кейс был? Что-то я не заметил. Ну ладно. Последний 15 уровень. Так, чё как тут у нас? Тут, смотри, два охранника. То есть тут что-то прям вообще мутное мутится. Все со щитами.
Так, значит, нам точно в куст. Это стопудово. Прям сейчас. Потом с куста сюда. Потом сюда. А, теперь надо как-то с охраной разобраться. Так, куда... А, ключ вон он. Ага. Чё? Он защищается сам? Вы серьезно? Обосраться. Вот это да. Охренеть, то есть ему его хоть пуля ни по чем, а как я его уберу тогда? Не, ну есть как вариант, конечно, залезть сюда, но это ерунда. Только если вот так. А дальше вообще никак, да? То есть если я делаю так, он меня убирает. Жестко. И что делать? Каким образом тогда это проходить вообще? Хм. Интересно. Интересно. Так, я их тоже не устраню, если пистолет возьму. Ну, ладно, допустим, хотя бы заберу кейс. Окей, ладно. Да им насрать. Вообще. И все, и я опять попадаю, да? И как это пройти тогда вообще? Реально бред. Не, ну ладно бы они защищались со лба, ладно бы я не мог их убить. Но ты забираешь оружие, они разворачиваются и защищаются, ну это вообще дичь. Это вообще дичь. Капец. Ага, вот она в чем фишка, братишка. Только вопрос. Как я пройду через двух синих охранников? Хм. Отвлечь их нельзя. И подойти к ним тоже ни с какой стороны нельзя. Есть снайперка. Можно добраться до снайперки попробовать. Да, так это что-то, сука, нихера толком не работает. А, вон оно что. Его со снайперки надо убирать. Круто. Круто. Обалдеть, ну. Обалдеть, будем потом в следующей серии в другую локацию лететь. Ну а ты лайк прожимай. И к следующим видео прибегай.